Okay, so please repeat after the recording again. Who did you meet yesterday? Here. Who did you meet yesterday? Who did you meet yesterday? Good. What did Paul say? What did Paul say? Ну давай, who did you meet yesterday? Давай возьмем это. Who did you meet yesterday? Who did you meet? Нет, подожди. Can you translate this question? Кто встретил тебя вчера? Ну, не так чуть-чуть не так. Еще. С кем ты встретился вчера? Вот. Ну, встретилась, да? Кого ты встретила вчера? Не кто тебя, а кого ты, who did you, кого ты вчера встретила? Можешь мне ответить на этот вопрос по-русски сначала? Кого ты вчера встретила? Вчера я встретила Сильвию. Замечательно. Ну, вчера лучше в конец предложения, чтобы это как по-английски было. Давай по-русски как получилось? Я встретила Сильвию вчера. Умница. Умница. А теперь надо это трансформировать в английский. Это как будет? I met Sylvia yesterday. Я встретила Сильвию вчера. Кого ты вчера встретила? Я встретила Сильвию. Предложение был поставлен вопрос. Какому слову был поставлен вопрос? Кого ты вчера встретила? К подлежащему. Ты можешь мне слово назвать это? Кого ты вчера Сильвия. Встретила? А? Сильвия. Здорово. Но это не подлежащее здесь. Я встретила Сильвию. Это дополнение. Был вопрос к дополнению. Не к подлежащему, а к чему? Дополнение. Давай. Подлежащее. Repeat. I. Подлежащее. Met. Сказуемое. Met. Сказуемое. Сильвия, дополнение. Сильвия, дополнение. Вчера, yesterday, обстоятельства. Yesterday, обстоятельства. Ну, замечательно. Давай попробуй мне назови все члены предложения. I – это что? Подлежащее. Met. Сказуемое. Сильвия. Дополнение. Yesterday. Обстоятельства. И здесь был задан вопрос к слову Сильвия, что в предложении является чем? Дополнением. Значит, будет в вопросе вспомогательный глагол или не будет? Будет. Замечательно. А почему будет? Потому что вопрос к дополнению. Умница большая. Или можно сказать, а вопрос не к подлежащему. Потому что вопрос может не к подлежащему задан. Поэтому будет did. А если задаем вопрос к подлежащему, то что происходит? Предложение строится без вспомогательного глагола. Ну, замечательно. Но по большей части, мы часто очень используем вспомогательные глаголы, очень часто. По большей части, потому что все вопросы, как правило, мы не к подлежащему. Куда ты вчера
ездила, с кем ты вчера ездила, ты купила что-нибудь. Все вопросы, как правило, не к подлежащему. К подлежащему достаточно редко, но мы помним правила. Если вопрос к подлежащему, какое правило, еще раз говори. Если вопрос к подлежащему, то предложение строится без вспомогательного глагола. Но только не предложение. Ой, вопрос. А еще раз, правило какое? Если вопрос относится к подлежащему, то он строится без без вспомогательного глагола. Супер. Строится без вспомогательного глагола. Такое правило простое. Ты так его мусолишь. Ну ладно, ничего. Вроде ничего такого сложного-то нет. Но ты запомнить пока не очень можешь хорошо. Надо запоминать.